очень рада, что мы встретились с тобой на этом событии. Хочется узнать, что для тебя сетевой маркетинг, может быть, как пришла, и что сегодня уже ты имеешь благодаря вот этому делу, этому бизнесу MLM. Спасибо большое за вопрос. Знаешь, я бывший инженер-конструктор, машиностроитель, и благодаря сетевому маркетингу моя жизнь очень круто изменилась. Это возможность быть красивой, абсолютно здоровой, иметь здоровую семью, здоровых детей. Сейчас у нас 6 здоровых внуков, да, 2 внука и 4 внучки. Вот, я счастлива, что они есть, и, конечно, это благодаря компании, ну, благодаря сетевому маркетингу. Ну и компании, да, в которой ты работаешь, конечно, понятно. Да. Просто каждый находит свою, и здесь не цель наша, да, сказать, что все вы должны быть там, в нашей компании. Да, а смысл, что каждый должен найти свою и открыть, может быть, свои какие-то качества. Мне повезло, что я попала сразу в нашу компанию, что мне не пришлось бегать, что-то искать. И я рада, что действительно, что я в нашей компании, потому что продукт очень качественный. Маркетинг великолепный, возможность карьерного роста. Благодаря компании у меня произошла очень хорошая самореализация, потому что я была очень скромной, очень застенчивой, и только здесь я раскрылась. У меня аж мурашки бегут по коже, потому что это действительно так произошло. Компания дает огромные возможности, возможности неограниченного заработка, возможности пассивного дохода, или, как еще говорят, остаточного дохода. Мне лучше нравится пассивный доход. Возможность путешествовать. Мы географию учим по путешествиям, открывая все новые и новые страны. Вот. Ну, в сетевой маркетинг мне повезло, я, в общем-то, пригласила всю семью. И получилось интересно, что я начинала писать в мечты, в цели, хочу приобщить мужа. Он был коммерческим директором голландского предприятия. Вот, сейчас он тоже директор-менеджер. Плохого семье не посоветуешь, правда? Ну, конечно. Угу. Вот, семья здоров, в семье сын. Сын в компании нашел себе девочку. Вот они родили 3 детей, 2 мальчиков, девочку, доченька, 3 девочек. Ну, вообще возможности замечательные, приобщайтесь. Вот. Ирина очень грамотный спонсор, она вам и маркетинг расскажет, и возможности покажет. Ну, а знать о здоровье, о красоте – это в неограниченном количестве сколько угодно. Ну вот часто смотрят люди, да, со стороны и думают, ну вот я так не смогу. Сможете. Главное – захотеть изменить свою жизнь к лучшему. А какое твое самое сильное качество, которое помогает тебе вот в этом деле? Ну, наверное, скромность. Вот, девочки, представляете? Я просто не расстраиваюсь, когда люди отказывают. У каждого человека есть свое мнение. Он вправе думать, он вправе выбирать. Вот. И я просто иду к следующему, рассказываю. Пока вы тратите время на того, чтобы кого-то убедить, переубедить, в это время вас, может быть, ждет человек, у которого действительно и со здоровьем серьезные проблемы, кто-то уже готов деньги зарабатывать и будет благодарен вам. Вот. В сетевом маркетинге растет очень сильно вера в себя, потому что вы помогаете людям и здоровыми быть, и красивыми, и помогаете квартиры приобрести, и автомобили поменять, и путешествовать. Вот. Благодаря компании мы смогли купить таунхаус сыну, это двухэтажное помещение, дочке тоже около 120 квадратов или там 150, одному, второму. Мы построили очень хороший, шикарный дом. Жили в 4-комнатной квартире, все вместе. Люди даже думали, ну, зачем так долго, 3 семьи. Но нам было хорошо. Но когда все разъехались, мы решили построить дом, чтобы собираться все вместе. И вот сейчас у нас он есть, нам здорово, там хорошо видно. Супер. И так может каждый. Да, я так все время наблюдаю за Ириной. Это действительно очень скромная такая женщина, невероятно обаятельная, красивая, нежная.
И часто такое ошибочное мнение, что нужно быть сильной, нужно быть уверенной сразу, да, нужно быть там какой-то, супер-супер. На самом деле можно быть просто женщиной, да, а любая женщина, она хочет помогать, она хочет делиться, она хочет быть полезной, да? Конечно. Мне нравится, когда люди подходят и благодарят за то, что они когда-то увидели меня, ту тихую, скромную, и решили, а я же лучше. Да. Если она смогла, то я смогу точно. Поэтому женственность – это сильная наша сторона, это никак не минус, это плюс. Спасибо большое, Ирина, огромных успехов. Не жалейте денег, тратьте на себя, на красоту, на здоровье, на семью, делитесь всем этим. И тогда придет их еще больше, конечно. Правда? Желаю огромных успехов, желаю любви, счастья, здоровья, и чтобы продолжалась твоя молодость бесконечно. Спасибо.